Здравствуйте. Дорогие наши дети, бойцы наши дети, учителя стали вторыми родителями для вас, окружили своей заботой, дали вам знания и стимул для достижения новых высот в учебе и жизни. Я очень волнуюсь, простите. Окончание школы – это знаменательное событие и большой праздник, конечно, для каждого из вас и для нас, естественно. Сегодня вы прощаетесь со школой, которая заложила фундамент знаний, необходимый во взрослой жизни. И вот вы перелистываете новую страницу в своей жизни. Дорогие выпускники, первый шаг к будущим достижениям и успехам вы уже сделали. И сейчас стоите на пороге серьезных, ответственных решений о выборе дальнейшего профессионального и жизненного пути. Перед вами открыты большие перспективы. И думаю, что лучшей благодарностью для учителей с вашей стороны будут плоды знаний и жизненной мудрости, выращенные из тех семян, которые учителя посеяли в ваших сердцах, в этой школе. Я уверен в том, что вам по плечу будут любые трудности. Еще раз поздравляю вас и желаю вам удачи. Мы и пришли. Располагайтесь. Сегодня это все для нас. Куда вам вниз? Внизу гардероб. Сюда. Ну что, ребята, отправимся все вниз. На самом деле, я думаю, что это хорошая идея, что собрались все в класс. Ну вперед, что встали на проходе. Ну, что это раз? Затыкайте мне рот. Поможешь или иди отсюда? Все, иди. Опа. Нифига себе. Да уж, неплохо. Слушай, давай бар засолим. Давай. Как-то тут своеобразно, я бы сказала. Да нормально. Ты что, не рада, что мы собрались все вместе? Мы все вместе? Уже звучит иронично, не находишь? Кать, насладись вечером. Лучше сейчас всем собраться, чем никогда. На самом деле.
тут не так уж и плохо. Наши заучки еще не начали выпендриваться. Все мирно, я бы сказала. Ага, нормально. Сейчас еще так музыку включим, и все будет тип-топ. По-любому лучше, чем в прошлый раз. Да уж, лучше не вспоминать. Игнат, включишь музыку? Мне кажется, здесь и без меня есть кому это сделать. Ну тогда пошли потанцуем. Ренат, я с тобой потанцую. Боря, подожди. Я еще не получила ответа. Все, отказали. Отвали. Ну, ты же не откажешь девушке? Конечно, нет. Пошли. Пошли танцевать. Ну ты же не откажешь, джентльмен. Пошли, только я плохо танцую. Ничего, я тоже. Что-то мне подсказывает, что ничем хорошим эта тусовка 7 классом не закончится. Мне вообще на все это смотреть уже надоело. Зачем мы вообще согласились сюда идти? Задаюсь этим же вопросом. А мне все: нет, классно. Собрались все вместе, давно пора. Я пошла только потому, что Антон был убедителен. Кстати, где он сам, виновник торжества? Антон? Я его где-то здесь видел недавно. Не знаю. Борис танцует с Олей? Что не так с этим миром? А что? Странная бы парочка вышла. Племянница директора и приставучий мажор. Может, пригласить Мишу потанцевать? Дурочка. Стой, жди, пока он тебя сам пригласит. Подожди секунду. Я, кажется, телефон в сумке забыла. Не хочу больше танцевать. Пошли лучше к Мише, то он там один. Мне кажется, ему без нас не скучно, но раз уж ты так не хочешь со мной танцевать, пошли. Да. Ладно, пойду поищу его. Ну, давай. Ну и что ты сделал? Ничего, просто сказал, что не хочу больше танцевать. Молодец. Смотри, возвращается. 5. Почему закрыта дверь? У кого ключи и где вообще Антон? Я откуда знаю? Попробуй дернуть сильнее. Куда ты собралась? Ну что за бред? Я хочу выйти подышать свежим воздухом. Мне душно. Рената, я с тобой. Дверь закрыта, понимаешь? Я тебя звала? Нет, я одна собиралась. Одна. Иди танцуй. Боря, не видишь, твоя королева не в духе. Ну чего ты, пошли. Идем. Thank you.
Значит, от меня хочешь? Где чертов Антон встречает? Закрыто, что ли? Да, закрыто. Антона нигде нет. Она заперта? Да заперта она! Я чувствовал, не надо было нам с вами вместе собираться. Ну, как обычно, вам отсюда не выйти, пока не найдете виновного. Вспомните 14 февраля. Девушка не заслужила того, что с ней случилось. И лишь тогда, когда один из вас признает свою вину, выберитесь из этой комнаты. Что за бредовый развод? Сам читай. Тот, кто виновен, должен остаться тут. Только тогда остальные смогут покинуть помещение. Че, зверел?